Вера побежала за хлебом. А я вот тут телефон у меня стоит. Смотрю час. Час суда. Девчата, и готовлю нам обед. Вот что я приготовила. Завитушки по-флотски. Видите? Большую луковку пережарила с фаршиком. Отварила вот эти завитушки. И приготовила. Сейчас Вера принесет хлебушка, мы сядем обедать. Вот. И буду звонить дочери, узнаю сейчас. Может быть, она подъедет завтра, чтобы сходить нам за папоротником. Веру зову. Она, я не хочу, и все, мама, идти. Не хочу. Но она не любит собирать. А мне прям хочется, девчата, побыстрее сходить. Потому что эти дни вот прям теплые-теплые. Сейчас покажу вам там погоду. И папоротник, наверное, уже есть. Вот моя Мусенька наелась. А Маркиз куда-то убежал. Даже не знаю, куда. Видите, какой животер. Толстуха. Ой, катается, катается. Муся объелась. И фарш съела, и сырку ей дала. И колбаски она ест, девчата. За десятерых, не знаю, беременна или нет. Но толстая, толстая. Вот, трава поднимается. Ветерок поднялся. Вон мои березки, красавицы. Вообще, люди огород сажают. Мы ничего не сажаем. Еще даже не копаем. Но завтра я немножко все же покопаюсь в грядочках. Для удовольствия, девчата, только для удовольствия. Ну-ка, здесь вот птичку она сегодня притаскивала. А, так и лежит птичка. Вера придет, надо ее прикопать, видите? Она ее поймала и мне принесла. Вера говорит, мама, это она тебе показывает. Я говорю, ну я поняла, что она мне ее показывает. Надо травкой, что ли, пока прикрыть ее хотя бы. Трава выросла, девчат, вот я тут дернула, вообще огромная-огромная трава. Вот здесь лук дикий пошел прямо на тропу, это надо все скашивать. Вот этот вот лук, я все это выдергиваю, потому что здесь, ну, всякую воду выливаем, и здесь он не должен быть. Вон Муська моя сидит, намывается. Все же хочется иной раз подергать травку. Хочется, у меня Наташа любит продирать траву всю. Ну там вон, я даже не знаю. Впору бери косу. Надо ее достать. Я не знаю, там может быть чуть-чуть есть бензину. Вот, видите, корни какие. В общем, будем убираться. Убираться, потихонечку прокапывать. А вот здесь у меня, ну, здесь лук будет. Зелень посажу на этой грядке. Вот моя клубника.
Вот она пошла, пошла, пошла. И хорошо пошла. Тогда вымерзла. Но я ее тоже хочу рассадить, девочки. Ее много. Видите, она очень густая. Ее прям брать, все перекапывать и рассаживать. Абсолютно. Вот это вся поляна. Это все клубника. А ветерок, поднялся. Небольшой, но есть. Но небо чистое, погода хорошая. Не знаю, Вера-то уже идет, наверное, моя. Сейчас покушаем с ней. И хочу связать полочку у кофточки. Спинка-то у меня связана, а полочка нет. Надо сесть и провязать. Раз я сегодня сильно в грядки не иду. Вот. И виноград вон тоже отходит потихоньку. Эти листики выпускает. Вот, чуть-чуть прорвало. Вот тут. И смотрите, какая уже куча травы. Это вообще кошмар. Так бы у нас урожай рос. Как растет, девчата, трава. Трава растет. А урожай не очень. Видите, какие бодыляки. Это вообще кошмар просто. Ну, тут вот прорву немножко. Надо прорвать, конечно, возле ягоды. И идти еще в дальний огород. Там тоже у меня непонятно что. Возле ягоды. Там тоже надо все обрывать. Ну, вот так вот. Вот по чуть-чуть и делаю. Понемножку. Потому что чуть-чуть повошкаешься. Надоело, ушла. Ветер поднялся. Ветерок. А вот видите, по деревьям видно. Ой, а так на улице хорошо. Прям прекрасно. Ладно. Пошла готовить там к столу кушать. Жарят с мясом. Очень вкусно. Девочки, мы вон с Саней пришли за папоротником. Сань, вот стоит. Смотри прям. Вот один. Вон второй. Сзади тебя. Вот он. Ой, да тут два. Вот он. Вот. Полно. Прямо они, знаешь, как вот как поляны идут. Только приглядеться хорошо. Вот он. А завтра, послезавтра можно уже прошляпить. Он быстро отходит. Растет, потом он никакой. Вот. Так что, девчата, мы собираем папоротник. Потом уже к вам подключусь после сбора. И еще вниз надо идти. Здрасте. Ну, давай, покажи, сколько собрал. Это второй пакет. Вот. Молодец. Это второй. Второй там у тебя. А у меня вот черненький пакет. Тоже почти полный. В общем, девочки, собираем. Его тут много. Ой. Вот стоит, видите? Надо только присматриваться и уметь его увидеть. Вот. Мы пришли с Саньком. Единственное, говорю, конечно, спина. Спина вот у меня. Моя спина меня подводит. Потому что это все надо в наклонку. Вот он, видите, вот. Ну вот смотрим. Полная та сумка. Молодец, Сань. Ой. Вот он тоже стоит рядышком и говорит, ты меня не видишь. Ты меня не видишь. Ну вот здесь вот повыше вроде бы это. Саша, смотри, вот он стоит. Вот. Иди вон. Вот эта вот часть вся вот усыпанная. Нашел? И вот тут вот еще молоденький тоже лезет. Вот смотришь, не видно.
Приглядываешься, вот он стоит. Вот он. Вот он. Опа, вот. Красавец. Вот, девчонки. Вон, вон. Он прямо так поляной, поляной идет. Колючка. Ну, мы одеты и так, чтобы руки, ноги не были голыми. Все закрыто. Вот. Есть там, Сань? Ну, тут тоже. Ну, мы такую основную массу, наверное, ободрали. Оборвали. Птички поют. Не говори. Птички поют. Вот карьер. Внизу город шумит. Вон дома 25-этажные, которые напротив наших домов. Вот, зато нагуляемся. Наберем, я икаю. Наверное, Вера нас уже вспоминает, скажет, пропали. Наверное, не донесут. Так, я вот в эту сторону еще хочу пройти. Вот тут вот тоже полазить. Ну, пока, девчонки, отключаюсь. Саня, он второй пакет уже собирает. Я целый пакет насобирала. В общем, много-много, очень много. На улице красота. Ветерок, но он тепленький. Вот стою. Вот он, папоротник, видите? Вот он прям рядышком со мной стоит. Тут, ну, можно стоять и вокруг себя вот крутиться, и найдешь. Вот еще один стоит. Вот он, видите, его надо присматриваться хорошо, потому что он бывает под деревьями, бывает под кустарничками. Стоит себе и говорит, вот ищи, ищи меня. Ну все, я пока отключусь. Мастеров. Пойдем, Сань? Вон какие сумки набрали. Во. Так что сходили очень хорошо. А вот, видишь, цветы какие-то. Вот-вот, зелененькие. Ой, да это же ландыш, или нет, Саша? Не знаю. Ну вот-вот, зелененькие торчат. Да, по-моему, как ландыш. Я еще разбираюсь в том, что я еле вас вытащил. Еле вытащил меня оттуда. А мне уходить в такая поляна. Столько папоротника. Ну как можно уйти? Тяжело уйти. Вон карьер дымится, пылится, да, а там военная часть, вон огорожена, вон там он, да, а вот там тоже не знаю, что это, а вон там он, вон там, вон там. Ну, за линией, видишь, дома? Там этот контейнер. Да? Под ноги смотри. Улететь нам. Так, мы-то правильно идем, Сань? Правильно. Правильно, правильно. Ага. Выходили, ветра вообще не было. Сейчас прям ветерок. И ветерок пошел. Видишь, Саш, тут тоже горело. Вот, пал. Ну вот это. Ну как, сюда пожарка заезжала или сам потухло все это? И вот все обгорело. Ну, это вот приходят приходящие вообще. Вот тут кусты горели. И пускали пал. Ага. В общем, а это вот дикий растет папоротник. Он так красиво растет. Как бы, да? Во! Да, тут тоже горело. Лала. А там он город. Вот такая красота. Устали мы, девчата. Очень устали. Устал, Сай? Этот весь лес обходили. Ну. А мы же тоже недавно поднимались. С Наташей, с Кристиной. На сами пушки.
все, пора выключать, чтобы никто не знал. Да, где наши пушки? Выключаем. Сейчас я к себе повернусь. Вот, девочки, я как этот настоящий лесной человек. Панаму одела, штанишки, кофтюлю, все с василька. И пошли. Ну, потому что вдруг клещи, чтобы, знаете, не заползли. Носки поверх штанов. Все закрыто. Ну, мы сколько? Часа два ходили, Сань? Я не знаю. Ну, часа два, наверное, точно. Не меньше. У тебя телефон с собой? Вот глянь, сколько времени сейчас. Вот, 6:30. Ну да, мы пошли. Во сколько ты пришел с Верой? Вот. Ну, я тебе говорю, 2 часа точно. По поляне, значит. Еще поднялся. И здесь вот палка. Видите, вся сопка обгоревшая. Ага. А я как-то сердела на веранде, мне звонок. Таня, а что там плает на горе на вашей ветке? Не смотрю никогда. Вот дом наш, вот красная крыша. Наш дом внизу. Видите, как мы высоко? Вот так вот зашли. Очень высоко. Санька пришел, молодец. Хоть со мной сходил на топку. Вера не захотела. Ну, ей неохота была. А я с удовольствием прогулялась, девчонки. Знаете, просто вот отдохнула. Воздух свежий. Отдых, конечно, а что? Ну или дома. Дома это рутина. То одно делаешь, то другое, то третье, и дома отдыха нет. А так сходишь, развеешься, отдохнешь. Сань, мы тут не будем спускаться. Да ты что, я там не сойду. Пойдем, господи. Там только на заднице скатываться. Высоко очень. Обойдем, прогуляемся. Вот. Вообще хорошо. Вот здесь воздух совсем другой, не как у нас. У нас-то чистый, а здесь вообще обалденный воздух. Я сегодня, девчата, второе видео. Что-то роботун на меня напал. Второе видео снимаю. Там уже как бы на YouTube загрузила, но я его не открыла. Нет, Саш, нет. Здесь тоже не пойдет. Пойдем там, так там он высоко. А вон там он поляна, она так цвела красиво, вот эта вот. Всегда. Там такие цветы, как болотники вот у нас. Пройдемся. Ты-то сбежишь, а я. Принесешь меня потом всю поломанную домой. Не. Вот тоже папоротник. Дикий. Вот он. Китайцы едят. Они вот эти вот головки как-то отваривают, жарят. У них даже в китайской кухне они продаются. Вот этот вот, вот. Вот он, зелененький. Вот эти верхушки они срывают, когда они уже поспеют. Сейчас еще маленькие они. А потом они их, ну, как-то делают, готовят. Да они все едят. И одуванчики. И тараканы там есть у них такие большие. Слушай, большие лягушки. А я говорю, неужели кто заказывает, откуда их привозят? Ну это все продается, да. Есть в китайской кухне. Ну а ты смог съесть лягушку? Я нет. Нет, я бы нет. И таракана не смогла бы съесть. Это ужас. А как едят кальмара живого, Саш? Он же присоски вот эти, может присосаться и можно задохнуться.
ну едят как-то, вот едят живыми, я видела в Ютубе. Думаю, как можно съесть? Не понимаю. Нет. Я как-то, знаешь, вот не морепродуктовый человек. Вот а, Катька. Поэтому наши креветки используют, да. Нет, я не могу я этого. Вот в мидии там едят, я нет. Мидия вкусная, даже сырая. Ну, понимаешь, это вот на трепанге, я помню, мне муж привез трепанги, а я Наташка беременна была. Я их пока отварила, жарила, я вся обрыгалась. Ужасно. Говорю, ой, дожарить. Я их так, помню, не дожарила, бросила, убежала с кухни. Говорю, берите, жарьте сами. Это на любителя. Вот Катя моя, она любит морепродукты всякие. Лобстеров там, вот этих раков. Да-да, крабов. Не, ну краба-то я люблю, краба поесть. А вот это остальное не ахти. Не могу. Грязь. Собачьи следы. Собачьи. Смотри, сюда их не будет. Ты видишь, машина промчалась. А как? Легковая, что ли? Да нет, наверное, не легковая. Мы правильно с тобой пошли-то? Да, правильно, правильно. А то заблудимся. Идем, девочки, идем домой. Сейчас приду, чайку или кофейку, и буду отдыхать. Сегодня больше ничего делать не буду. Ну, может быть, что-то и повяжу. Вот. Ну, вообще, надо отдыхать. Завтра 9 мая. Всех с наступающим Днем Победы. Всем здоровья. Всем скорейшего мира. Ой. Всем всего самого доброго, самого хорошего. Чтобы все было хорошо в нашей жизни. Санька, мы здесь спустимся или мы тут не спустимся? Здесь высоко. Ой, не. Тут ноги можно сломать. Смотри, какой ров. Ужас. Это вот так вот ездят. Нет, здесь нет. Я уже не тот каскадер. Была помоложе, я бы еще и рискнула. Смотри, какой ветерок, да? Прям такой прохладненький. Хорошо, мы вчера, была жара, все перестирали. Все пересушили. А, только момент ловим. Как только погода, все, быстрее. Ну, как все, так и мы. Ой, ладно. Девчата, отключаюсь. Спускаемся до дому. А вот синенькие цветочки. Ну, тут иван-чай тоже рос. Ну, вот тоже горело, видишь? Горели вот кусты. Кто-то поджигает, пал пускают. Да. Ну это. Хотя каждый год присылают смс, не жгите. Ветер. Оно может разнести везде и всюду. Ладно, мои зайки. Отключаюсь пока. Подключусь уже дома, покажу, что я там насобирала. Вот, девчата, это я только насобирала целый таз. Видите, папоротник? Замочен, и ножки будут стоять замоченной. Пока вот тут мошки, козявки, все-все от него пыль, все отойдет, промоем его. И потом я просто засыплю солью. Я засолю. У меня есть пищевые ведра, ведро и посолим. Прям круто засыпаем солью. Сашин вон мешок. Я говорю, неси, мамка приготовит. Девочки, ну ветер поднялся, мы вовремя ушли. 2 часа с Саней гуляли. Видите, какие тучи поползли, и ветер сильный прям такой пошел. Я говорю, о, наверное, пойдет дождик. Пошли мы ручки мыть и пить кофе. Прогулка удалась, девчата. Прям шикарно. Сходили, я довольная. Я просто... Не, я буду кофе только, дочка. Ну, иди помаши ручкой.
Иди, моя доченька, все иди. Поздоровкайся уже. Че уж там? Че, фото дело? Сань! А Вера уже фото одела. А, че нет? Че нет, че нет? Чего же там притворяться? Любовь, морковь. Ну, кушайте, дети, пошли кушать. Я сейчас тоже кофе попью, сяду. Я еще есть ничего не хочу. У меня так спина заболела, девочки, это караул. Все, мои хорошие, пошла в дом.